С 11 по 31 июля пройдет уже 6-й областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья». О том, какие нововведения ждут его участников, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказали организаторы площадки. В этом году мы сменили формат, в этом году мы очень недалеко для всех наших гостей, к счастью, в том числе, потому что мы понимаем транспортную доступность. По Новой Риге мы в Волоколамске, в Волоколамском районе, на красивой территории абсолютно. Спасибо большое и местным властям, и социально ответственным предпринимателям, которые предоставили нам возможность на такой красивой площадке разместить наш форум. Среди партнеров форума – МГИМО, РГСУ, Театральный институт имени Щукина, корпорация «Синергия». Перед участниками выступит более 300 авторитетных спикеров. Основной упор – на вопросы самореализации в профессии, бизнесе, волонтерстве. В этот раз мы делаем уникальный такой беспрецедентный шаг в шатре инновации, который будет объединять представителей и работодателей, и высокие технологии. Мы везем с собой 4 лаборатории. Лаборатории технопарка равных возможностей, которые являются, наверное, передовыми с точки зрения образовательных практик по вовлечению в профессию. Целая секция с 15 по 19 июля будет отдана вопросам волонтерства. Именно с этого форума начнется подготовка волонтеров к 75-летию Победы. Молодым людям помогут из наблюдателей превратиться в деятельных участников, причастных к организации великого праздника. Мы проработаем конкретные мероприятия, сделаем так, чтобы эти мероприятия действительно были интересны молодежи. А среди этих мероприятий в том числе будет и сопровождение бессмертного полка, парадов Победы, проведение Георгиевской ленты, различных интерактивных исторических игр и других мероприятий. И вторая задача – это разработка единого стандарта подготовки волонтера. Участники пресс-конференции отметили, что форум поможет создать новые профессиональные сообщества, развить новые компетенции и реализовать интересные проекты на уровне региона и Центрального федерального округа.